И завтра в это же время моя коллега Юлия Федориненко подведет итоги недели. Расскажет, чем запомнились эти 7 дней. А событий в Мытищах произошло много. Конечно, самым знаковым стала отставка по собственному желанию главы городского округа Мытищи Виктора Азарова. Где теперь будет работать Виктор Сергеевич, что особенно запомнилось главе округа за 15 лет и чем он гордится? Я приехал в Мытищи в 80, сейчас скажу. В 86 году на станцию Мытища осенью, там вот такая жижа была. Я пока дошел до отдела кадров, тогда ММЗ был, уже весь это был вот такой вот. 15-16 год, построили практически 12 детских садов. Проезжая по городу, по округу, каждое здание, школа, детский сад, дорога – это определенный период моей работы. Но я ни в коем случае не жалею, что в моей судьбе было принято такое решение. Я пришел работать в администрацию, вот, потому что за эти 15 лет вот для меня они как один день. Смотрите эксклюзивное интервью Виктора Азарова в программе «Неделя» с Юлией Федориненко завтра в 20:45.